Ребята, я вернулась в игру «Двери». Как вы знаете, у нее вышло продолжение. И я решила еще раз поиграть, чтобы посмотреть, сколько дверей в этот раз я смогу пройти. Так что смотрите серию до конца, и мы с вами увидим, что там дальше. Говорят, в этом продолжении такие сложные испытания. Смотрите, с кем в этот раз я играю. Очень интересные у меня напарники. Вот, например, Мишка. Он нашел аккумулятор, и сейчас мы пойдем дальше. Я пока что ничего не нашла для себя, у меня только фонарик на груди. Тут пусто. Тут, ой, из шкафа выпрыгнул какой-то мотоциклист. Вообще-то у ребят очень крутые костюмы в этот раз, смотрите. Есть Мишка, есть вот такой гонщик, и мальчик в очень красивом костюмчике. Так, давайте заглянем в этот шкафчик. Ой, тут только гвоздики. Ничего, конечно, я плетусь в самом конце, поэтому мне ничего не достается. Но зато, знаете ли, безопаснее. Потому что первым должен идти тот, кто либо знает, куда идти, либо очень смелый. Смотрите, какой коридор. Давай, парень. Ой, почему я оказалась первая, ребята? Мы так не договаривались. Страшно, страшно. Давай, мальчик, иди вперед. Джентльмены, так получилось, что у меня в команде 3 мальчика и 1 бабушка. Смотрите, вода, вода, шкафчики. Так, проверяем. Ничего интересного. Идем дальше. Страшненько, страшненько. Напишите в комментариях, кто уже поиграл в эту игру. О, свет, ура. Со светом, конечно, полегче. Так, вот какая-то большая комната. Что за звуки? Ай-ай, ой-ой. Так, тут уже все забрали. Тут ничего нет. Ой, ребята. Что это за неприятные смешки? Я включила фонарик нагрудный. Но со светом нужно быть аккуратными, потому что некоторые монстры боятся света, а некоторые, наоборот, его любят. Вот в прошлой серии, если вы смотрели, то вы помните, что там я погибла от того, что на меня напали мухи. А на мух я посветила фонариком. Я думала, так они улетят, а они наоборот на свет летят. В общем, мухи меня сожрали. В этот раз, надеюсь, им это не удастся. Ну, давайте играть дальше, чтобы узнать, пройдем мы мух или нет. Дверь номер 107. Парни тут уже все обыскали. Но, знаете, я не обижаюсь. Я лучше буду плестись последней. Но зато так я чувствую себя в большей безопасности. Хотя на последнего человека тоже может кто-нибудь накинуться. Открылись ворота. Идем дальше. Так, смотрим, что у нас тут. Смотрите, здесь дверь. Здесь дверь и шкаф. Ой, пс, где ты, где ты? Опачки. Отогнали. Ой, ну что это за смех такой? Господи, этот смех меня пугает. Вот он. Вот он. Давайте на него посветим. Все, успокоился, успокоился. Фух, я не люблю, когда так смеются, особенно в темноте. Какой-то смех из фильмов ужасов. Ой, опять кто-то. Дверь номер 110. Открываем шкафчики. Идем дальше. Давайте, ребята, давайте пройдем как можно больше дверей. Ой, опять этот страшный хохотун. Ребята, никогда не играйте в эту игру в одиночку. Вам обязательно нужен друг, который посветит фонариком на монстра и спасет вас. О, пластырь! Пластырь дает нам дополнительную жизнь. Ну, или ремонтирует нашу жизнь. Лучше сказать так. Отправляемся дальше. Где у нас дверь? Вот, дверь 112. Так, может быть, мне в шкаф? Давайте посидим. Нет, я боюсь отстать. Где ребята? Вот они. Фух, я уж напугалась. Думала, я осталась одна. Все втроем выходят из этой двери и отправляются в 112-ю. Давайте, парни, я за вами. Ой, что происходит? Что делать? А, там внизу фигура. Ребята, внизу фигура. Аккуратно. Пробегаем. Тут у нас тележки. Ребята их обходят, и я за ними. Ну что, прячемся или что делать? Что делать? Парни ничего не боятся. Смотрят ящички, а мне что-то тут не нравится. Как-то тут опасностью пахнет. О, еще один пластырь. Ой, где это пс? Где, где, где? Где пс? Так, так, где ты? Где ты, пс? Да где он? Я же слышала пс. Ребята, о, я бегу, я не знаю, куда я бегу. Тут газ, о боже. Ребята, неужели вы ушли без меня? Или я заблудилась? Куда бегу, где вы, парни? Ой, фу, вот они. Так, ой, тут шкаф занят, тут шкаф занят. Откройте, опустите бабушку. Так, где мне прятаться? Где прятаться? Ой, куда? Куда мне деваться? Это что такое? Это что такое? Ну нет. Все, ребята, видите? Шкафчики были заняты, я не нашла места, чтобы спрятаться. И Раш, вот этот, который делает пс-пс, вот он меня и сожрал. Но у меня хорошая новость. У меня есть шанс возродиться, и я им воспользовалась. Так что продолжаем игру. Но больше попадаться мне нельзя, иначе все.
Мишка ждет меня. Показывает, куда они повернули. Спасибо тебе, Мишка. Ой, ой, все стали на коленки. Ребята, фигура. Так, эта дверь, какой номер, 120. В прошлый раз я прошла 122 двери. Так что сейчас посмотрим, пройду я дальше или... или опять тут погибну. Батарейка. Ребята ползут туда. Я ползу за ними. Смотрите, все ползут, все ползут. Я заглянула в ящики еще. Так, фигура идет, все тут встали. Все тут встали. Идем, 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 тихо, крадемся. Хотя я не понимаю, как фигура нас не слышит. В прошлой игре мы контролировали даже звук сердца. А тут ползем и нас не слышит. Ну и ладно, это даже хорошо. Я нашла какое-то колечко. Я буду властелином колец. Так, болтики, шпунтики. И вот она, дверь номер 122. Вроде не опасно и можно идти. Так, проходим. А, тут меня не мухи сожрали, тут меня фигура достала. Ой, пс, так, где ты, где ты? Вот. Отпугнули, в шкафчик залезли, посидели и вышли. Долго в шкафу сидеть не надо, потому что можете остаться без команды. Так, ребята, мы пошли дальше. Неужели мы прошли фигуру? Неужели я сегодня пройду больше дверей, чем в прошлый раз? Ой, я даже какая-то смелая стала. Дверь 124, смотрите, иду первая. Иду первая, бесстрашная бабушка. Держите за меня кулачки, ребята. Уже на две двери я прошла больше. Но хочется, конечно, еще больше. Так, я иду первая, значит, все должно доставаться мне. Так, дверь 125. А, мухи, 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 опасные мухи. Так, куда, куда мне спрятаться? Так, ребята, еще и пс. Ну-ка, где ты, где ты, где ты? О, что происходит? Мухи атакуют. Главное не включать фонарика, у меня его и нету, ха-ха-ха. Все, темнота, темнота, ребята. Не включайте фонарики, смотрите, все идут без них. Значит, все ребята уже играли в эту игру, уже тут были. Молодцы, молодцы. Так, проходим, тут у нас свет. Неужели мухи отстали? Ура, ребята, неужели я в этот раз прошла мух? И мух, и фигуру. Так, дверь номер 128. Но что-то мне тут все равно неспокойно. Что это за звуки такие? Что за звуки? Что за звуки? Кто-то где-то рычит, скрипит, пугает. Тут норки какие-то еще есть. Так, тут ничего, ничего. Идем. О, вода, смотрите, тут затопленная комната. О, я нашла еще одну иллюминесцентную палочку. Так, тут еще одна. Ой, прям сразу две. Тут у нас газовая комната, ребята, это газ. Тут трудно дышать. Так, дверь номер, какой там номер был? Я просмотрела, не хочу возвращаться. Ребята, кто глазастенький и внимательный, напишите в комментариях, какая эта дверь была. А мы идем дальше. Шкафчики, шкафчики, ребята проверяют, поэтому я особо уже и не смотрю. Ой, гром гремит, землетрясение, что делать, прячемся, нет? Прятаться или не прятаться? Что делать, ребята? Кто-то спрятался, кто-то нет. Мишка не прячется, а я, пожалуй, спрячусь. О-о-о! Кто-то опасный пролетел. Хорошо, что я спряталась в шкаф. Ой, опять летит, опять летит. Вот это да. Ой, смотрите, кто-то в шкаф залетел, где я была. Так, парень, ты что с тобой? Что делать, что делать? Прячемся. Ой-ой-ой-ой-ой. Он, наверное, рано вышел из шкафа, и монстр его сожрал. Ну же, у нас потеря, ребята, у нас... Ой, смотрите, опять кто-то залез. Так, берем фонарик, берем таблетки, берем зажигалку. Парень, ну вставай, вставай. Ой, опять летит, да что это за налет такой? О боже, о боже. Вот это игра, вот это страшно. Что, Мишка, мы с тобой остались одни? Неужели мы остались вдвоем с Мишей? Да, игра усложняется. Так, дверь номер 133. 133. Так, я прячусь. Мишка, Мишка, не уходи без меня. Так, дверь 133, значит, нам в другую сторону. Да, он меня ждет. Спасибо тебе. Шкафчики. Давай посмотрим, что там, вдруг что-то нужное. Ой, опять эти звуки. Так, что-то давно на нас никто не нападал. Подозреваю, что сейчас будет нам... Ой, 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 где-то вот, ну-ка. Отогнали. Бегу за медведем. Коридор, опять мухи, о боже. Так, дверь 135, лезем в норку. Мишка, я тебе доверяю, я иду за тобой. Так, темнота, темнота, что происходит? Где мы, мухи? Мухи, тут мухи. Это еще что такое? Мушиные яйца, что ли? Ребята, я потеряла медведя. Мишка, где ты? И вообще я потерялась. Так, вот свет, я вижу. Оранжевые ушки, Мишки. Он открыл ворота, молодец, спасибо тебе. Дверь 137, что тут у нас? Какой-то длинный коридор. И опять вот этот страшный смех. Мишка смотрит по сторонам. Тут и мухи, и вот эти смешуны. Так, куда идти, куда идти? Сюда? Ну, пошли. Мне, конечно, жутко интересно, что же будет в финале этого этажа.
Дойду я сегодня туда или нет? Ой-ой-ой. Нашла денежки. Мишка ждет меня. Тут мостик. Давай я попробую первое. О, можно идти, все в порядке. Дальше Мишка пошел вперед. Оглядывается. Дверь номер 140. Ребята, 140. А тут дождь. Ой. Тут затопило проход. Смотрите, мы по пояс в воде. Вот это да. Страшно, холодно, мокро. О, смотрите, что тут капает. Неужели сейчас будет то, о чем я подумала? Неужели это Сик? Да, ребята, это он! Побежали! Быстрее, Мишка, бегом! О боже, как страшно! Я первый раз тут! Я не знаю! О, надо прыгать! Ай-яй-яй-яй-яй! Ребята, я не знала, что там надо прыгать! Сик поймал тебя! Вот это печалька! До финиша я не дошла, но зато 142 двери сегодня! А это на 20 дверей больше! Давайте посмотрим, как с Сиком справился мой Мишка. Молодец, прыгает. Я не знала, что надо прыгать. Я уже в последний момент увидела только. И мне не хватило прыжка. Молодец, Мишка, молодец. Бегом, бегом. Смотрите, как много надо прыгать. Сейчас посмотрим за Мишкой и потом хотя бы будем знать, что тут происходит. Как спасаться? Прыгай. Молодец, Мишечка. Дверь 144. Я за Мишку переживаю больше, чем за себя. Давай, Мишка, прыгай, прыгай. Молодец. Жалко, конечно, что Мишки нет у меня в друзьях, и он никогда не узнает, что он герой на моем YouTube-канале. Если вам, ребята, будет не лень, то найдите его в Роблоксе и можете сказать ему, что бабушка сняла его видео. Ой, смотри, держись, держись, Мишка, держись. Держись, что с ним произошло, смотрите. Ой, нет, 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 не падай. Ничего себе. Он попой едет по рельсам. Как это возможно? Смотрите, летит и летит, без тележки. Просто попой по рельсам. Вот это Мишка. Кстати, он проехал дверь 146. Интересно, сколько он так прокатится. Смотрите. Это просто виртуоз. Катится и катится. Интересно, все тут так могут? Или у нас какой-то особенный Мишка? Ребята, если вы доходили до этого места, то напишите в комментариях. Все ли тут катаются попой по рельсам? Или... у Мишки какая-то особая способность. Дверь 147. И смотрите, Сик до сих пор его преследует. О боже, он до сих пор за ним бежит. Вот это да. Так долго, жуть просто. Давай, Мишка. Катись, катись. Когда же этот Сик от него отстанет? Так, ребята. Еще одна комната. Как же долго он его преследует. Так, Мишка еще оборачивается, смотрит назад. Вот это смелый. Так, 148-я дверь. Давай, Мишка, катись, катись. Я не знаю, ребята, смогла бы я так или нет. Смотрите, он все время поворачивает налево. На развилке он все время налево. Обернулся, посмотрел. Вот это... А, нет, тут поехал прямо. Сик за ним. Вот как я должна понять, куда ехать по этим рельсам? Налево, направо. Раньше, помните, в коридоре нас вел такой специальный огонек. Вот он есть. Опа, ребята, он убежал от Сика. Мишка, какой же ты молодец. Какой же ты крутой медведь. Смотрите, он продолжает дальше путешествовать на попе по рельсам. Вот это круто, интересно, куда же он доедет. Он даже не подозревает, что мы все за ним наблюдаем. Он думает, что он все, остался тут один. Так, какая дверь была, какая дверь, я просмотрела. Вот это накал эмоций. Я даже не ожидала. Ой, Мишка упал. Фух, он в порядке? Да, медведь в порядке. О, смотрите, кто тут. О боже, это же Грамбл. Ребята, от него можно только убежать. Больше никак с ним не справиться. И наш Мишка супер молодец. Браво, Миша, браво. Теперь мы хотя бы знаем, что у нас за дверью 150. Интересно посмотреть, что здесь надо делать. Так, он чешет затылок, говорит, так, что же тут, что же тут? Миша, мы тебе ничем тут не поможем. Я вообще не понимаю, что тут происходит. Тут какие-то кнопки, какой-то код 527. Ребята, этот код, наверное, куда-то надо ввести. Но куда? Мишка побежал дальше. Что же тут? Тут еще какие-то коридоры. Зажигает палочки. Ой, кто-то там маячит впереди. Темный. Мишка, конечно, вообще смелый. Я бы 100% до этого момента не продержалась.
зловещий смех. Кто тут? Ой, я волнуюсь за медведя, я очень за него волнуюсь. Но он у нас бесстрашный. Что-то ищет, я не поняла, что он ищет. Но что-то он должен найти в этих коридорах. Ребята, если вы тут уже были, напишите в комментариях, что тут надо отыскать. Чтобы в следующий раз мы уже знали. Он смотрит по сторонам на... Ой, Грамбл, Грамбл! Ай-яй-яй-яй-яй, он сожрал Мишку. Вот это... Вот это ужас, ребята. Вот такой вот очень страшный и коварный монстр за дверью 150. Так что будьте аккуратны. Ребята, не забудьте поставить бабушке жирненький лайк. Вы видели, я очень старалась. Ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, чтобы первыми, самыми первыми узнавать о новых интересных играх Roblox. Подписывайтесь на меня в Ютубе, в Дзене и в Рутубе. Я везде есть.